лишь персидского узора цветок родимый Василька. День вышиванки уже стал современной традицией суверенной Беларуси, и, надевая вышиванку, мы, жители Беларуси, связываем себя с поколениями других белорусов, которые мечтали о светлой, мирной и красивой Беларуси. И сегодня она у нас есть. И каждый, кто пришел на этот праздник вышиванки, каждый, кто завтра придет на День независимости и будет с гордостью говорить о том, какая наша страна, и поздравлять друг друга, все мы должны помнить, что у нас есть такая страна, светлая, чистая и мирная, и наша задача сегодняшнего поколения – все это приумножить. Этот праздник максимально важен, мне кажется, для нашего, в принципе, белорусского самосознания, и мы должны показывать, насколько мы ценим нашу культуру, нашу историю, и так мы можем это сохранять и при этом показывать в совершенно новой и нестандартной форме.